Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, слушатели, телезрители Галиль ТВ. Сегодня в нашей студии Альберт Радкин, епископ из российского города Калуга. Добрый вечер, Альберт. Добрый вечер. Рады вас видеть здесь, у нас в Израиле. Что ж, расскажите немного, что за город такой Калуга, что за община, в которой вы епископ, в которой служите, работаете? Ну, город Калуга, как город, российский, небольшой, с Москвой мы рядом, областной центр. У нас 350 тысяч населения. Вот, церковь у нас уже давно. Вообще, евангельское движение в городе. Скоро мы будем столетие праздновать. Мы как бы и в архивах изучали, и много всего интересного. Я имею в виду Пятидесятнической церкви. Ну, то где-то человек до 200, наверное, есть у нас. Ну, мы знаем, что не только пандемия нанесла удар вот по вашей общине. Что еще было таким вот серьезным ударом, если кто-то из наших зрителей не знаком с вашей историей, может быть? Ну, я входил в союз, были там разные должности, вот. Ну, и по причине того, что, ну, просто больше уже не мог молчать о всех проблемах, говорил на всех соборах, на всех встречах, вот, я был и полпред, был в экспертном совете, мы все документы писали, вот. Вообще, у меня должность еще была спецпредставитель начальствующего епископа по международным отношениям. Ездил туда-сюда, по странам, по всем этим. Вот, я вышел из Союза, ну, там в отместку было, там в спину, как принято в христианских кругах, кидаться грязью тебе в спину. И они меня подняли на федеральный уровень, РИА Новости написали там с их помощью, еще кто-то вот там. То есть какую-то негативную информацию? Да, конечно. Черный пиар, как сейчас говорят. Да, пропиарили, знаете, как у Черчилля, любая, кроме некрологов. Да, а мы посмотрим, как они будут отмываться. Нет, любая это хорошо, любое упоминание в прессе, кроме некролога. Вот он так говорил, кажется. И пусть пишут, пусть это уже там, я не знаю, что они там только не делают. Я был в «Слово жизни» в системе тоже. Ну, там давление шло, потому что «Союз» полностью сегодня в руках ФСБ. Взяли на зарплату сотрудников ФСБ, я рассказал об этом. Они, конечно, пришли в бешенство, я так даже скажу. Ну, это серьезное заявление. А что серьезное? А не серьезно, когда человека берут на зарплату? Если раньше в советские времена внедряли кого-то, и понимаете, под этими, под всякими, а сейчас на зарплату взяли, и все, кто в Союзе, платят деньги. Я не против, пусть работают органы, но пусть работают где-то, церковь отделена от государства. То есть они нанимают служителей из церкви работать в ФСБ? Нет. Нет, взяли наоборот сотрудника ФСБ на зарплату. И должность у него главный советник начальствующего епископа. Вот так, то есть церковь платит из своего бюджета? Да не просто церковь, бюджета? Это же союз, это союз? Ну, там 700 церквей. Хоть они и говорят, что там больше, но официально где-то до 700 церквей, плюс малые группы. Да, все, и он главный советник. В голове не укладывается, слушайте, должен же быть Дух Святой, наверное, советником все-таки, начальствующим епископ, а не сотрудник ФСБ. Ходят везде, курируют, как бы разговор был о том, что пусть лучше Лубянка знает от нас, чем жучки, там шпионы и все остальное, чем внедрение. Ну, так. То есть вот такое следствие политики, которое сейчас происходит в Российской Федерации, и помогает эта церковь выжить? Я не думаю. То есть мы же знаем, что вот свидетели Иеговы закрыли, да, запретили. Ну да, да, запрещенное в России. Наверное, даже посадили было. Каких-то... Очень много сидят, им сроки большие давали. Просто за то, что он последователь вот этого течения. Да, но мне, знаете, мне пришлось заниматься еще и правозащитной деятельностью. Почему? Потому что мы в судах уже 22 года по разным причинам, с разными органами, там, из губернии, в общем, судимся, много всего у нас происходит. Поэтому очень много обращаются и пастырей по собственности, по зданиям, например, или когда какие-то гонения, очень много скидывают. Вот я связываю со своими юристами Славянский правовой центр, вот меня 22 года защищает уже лично там Владимир Васильевич Череховский, это вот адвокат, он член президентского совета по правам человека. Вот у меня документ есть в случае моего ареста. Я, наверное, единственный из служителей, у кого есть такой документ, что все мои показания недействительны без моего адвоката. Вот хожу с этой бумагой везде и всюду. Ну, есть разное мнение по участию Федеральной службы безопасности. Некоторые говорят, вот недавно было заявление одного из чиновников от епископата, что, дескать, хорошо, вот зашел, например, какой-нибудь террорист или, там, не дай бог, педофил какой-то в церковь, а вовремя среагировали органы, внедренные заведомо в эту церковь, и сообщили, куда следует, тем самым сберегли общество от вот неких потрясений, радикализма и так далее.
Есть ли шанс, вот так это работает или иначе? Или скорее посадят просто несогласных с линией партии? Я думаю, что посадят несогласных. Понимаешь, и главный вопрос-то, Михаил, здесь, а судьи кто? Кто судьи, кто определяет, понимаешь? Вот завтра мне тебя укажут, назовут там, не дай бог, педофилом там или кем-то еще, понимаешь? И найдется ведь какие-нибудь показатели. Конечно, да, конечно. И они же любого человека могут чем угодно обвинить. Если ты не согласен, если ты не поддакиваешь, очень сильно вот это учение последние вот годы, они, видать, вели к этому, выстраивали ту же пирамидальную систему, которую выстраивает вот наш президент, что все под жестким контролем, и многие союзы, в том числе вот этот РосХВЕ, он выстраивает именно вот эту пирамидальную систему, жесткая вертикаль власти, всех несогласных выдавливает, вопросы не задавать, там ходить по струночке, мы вам скажем, как жить и как дышать, в какую сторону. Ну а вот чего это следствие? Почему вот именно так получилось? Думаю, что в России, ведь и такого нет. Нет, ни в Израиле, ни в Америке. Нет, нигде нету. Не знаю, но, наверное, сейчас общая политика России такова, что все должны быть под контролем, все должны быть на учете. Религиозные организации сейчас до поры до времени не тронули, но я знаю, на прошлой неделе вот у нас их всех собирали, глав конфессий, собирали в администрации президента, они написали об этом, как раз ходил вот епископ этого союза с ФСБшником со своим, вот они там тоже были, вел заседание Легойда, это от православной церкви, вот, им объясняли, видать, что-то, информация не вышла, там встреча была туда-сюда, все конфессии были, а через пару дней уже Госдума начали делать такие заявления, что надо специальные законы для религиозных организаций, иностранные религиозные организации, там еще какая-то. То есть я понимаю, что гайки они закручивают сейчас, в том числе с религиозными организациями. Ну, сейчас вышел закон, я слышал о влиянии, что уже теперь иностранный агент, не только тот, которому платят деньги, а всякий, кто находится под иностранным влиянием. Да. Но мы понимаем и знаем, что многие конфессии верующих так или иначе общаются с зарубежными церквами, с зарубежными организациями. То есть, получается, любого члена общины... Любого, абсолютно. То есть, можно... Вот понимаешь, как нельзя молиться вместе? Вот объясни. Как? Как христианам? Теперь государство запретило, с этим молись, с этим не молись. Вот у меня друга, епископа из Кемерово, Андрея Мутяжова, у него суд уже недавно был, несколько месяцев назад. А, перед Пасхой было. Забавная история такая тоже. Они копались под него и нашли старое интервью. Он брал интервью у одного с Украины и у Алексея Ледяева. Угу. Вот. Алексей не под запретом в России. Две его организации, две украинских нового поколения под запретом. Когда... Ага. Ну, да. А сам Алексей нет. И нашли вот это интервью. И Андрея оштрафовали. После Пасхи там, ну, там были хорошие моменты. Андрей очень любит их, когда на суды ходишь. Там судья говорит, надо все смотреть эти проповеди. Он говорит, да, конечно, ваша честь, будем смотреть. И судья смотрела. Говорит, а кто вам еще что-то расскажет евангельское? Она ну, посмотрела. Как во времена Павла прямо. Слушай, до Пасхи как раз было. А после Пасхи она приговор выносила. Прям после Пасхи вышла, ну, как бы говорит, штраф там, приговорила его к штрафу. Первая административка, потом уголовка идет. Вот. И после штрафа судья как бы извиняется, говорит, ну вы же будете, Андрей Владимирович, там, подавать на это. Для нас тоже дело интересно, мы не знаем, какое решение принять. Типа, высший суд, он даст разъяснение, и тогда мы будем правильно там. Вот. А он говорит, да, ваша честь, не беспокойтесь, типа, так же и Христа после Пасхи распяли. И говорит, такая немая пауза была, судья зависла и говорит, да. Как-то неудобно так вышло. В суде все было. Слушай, мы живем в такой стране, где вот этот вот... Проповедь в суде в России, мне кажется, перерастает уже в отдельный жанр. Когда там Навальный проповедует в суде, когда вот такие какие-то вещи. Навальный проповедует, а епископа его осудили. Типа, он там это, нарушил пятую заповедь там. И еще какую-то там, это было в общественной палате тогда, и тот же этот Риховский, пятую заповедь, и буддисты еще сказали там, карму какую-то там нарушил. А, то есть, да, буддисты тоже в курсе. Да, 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 тоже карму кому-то из этих епископов подпортил. Ну вот какое будущее, какой выход из этого, когда церковь, по сути, срастается с государством и уже представляет не... Ведь, по сути, церковь, она должна быть зеркалом для государства, в котором оно видит свои грехи, кается, изменяется, ну, для светского мира, скажем так. Михаил, о какой церкви мы говорим? В России, ну, как правило, заявляют, что главенствующую роль занимает православная церковь. Протестанты... По большому счету, не протестантов только. Даже процента нет в России. Нету. Если полпроцента есть, вот, если вот честно, откровенно говорить, не надувать щеки, как они любят там, вот в Союзе я был, да, 700 церквей голосовали на соборе.
Они дают информацию и 1,5, и 2, и 3 тысячи церквей оно. Зачем врать? Все время говорил, зачем вы врете, зачем вы это все рассказываете, сказки? Не выдумывайте, церкви, особенно сейчас после пандемии, ну, схлопываются маленькие церкви, очень много позакрывалось в России. А куда эти люди уходят? Они вообще остаются частью каких-то собраний, может, в онлайн или как? Не знаем, не знаем. Но кажется, знаешь, что как будто церковь потеряла соль, свет, потеряла свое значение. Но вот этот вопрос, который вот сейчас подняли, да, иностранного агента, по, ну вот, судя по букве закона, привлечь могут любого, абсолютно любого человека. В Фейсбуке нашли, что есть друзья из-за границы? Но с Фейсбуком немножко сложнее. Там вообще закрыто, это уже... Да, это уже запрещенная организация у нас. Но что показательно и что интересно с Цукербергом, да? Фейсбук, мессенджер от Фейсбука, Инстаграм этот и... WhatsApp. Вот их семья, да, метавселенная их. Да, три под запретом запрещены. А WhatsApp, насколько я понимаю, они открыли для ФСБ все коды доступа, потому что по WhatsApp тоже заводят дела. У нас есть несколько, ну, как мы называем, ФСБшные сети. Это ВКонтакте, это ни для кого не секрет. Да, все уголовные дела административные идут. На нас тоже пытались возбудить однажды за незаконное миссионерство. Я помню, еду из Москвы, звонит участковый. Ну, ничего, что я историю рассказываю, да? Я, потому что они из жизни. Понимаешь, нас постоянно, постоянно, постоянно за что-то хотят привлечь. Звонит участковый, мне срочно надо подъехать, там, епископ туда-сюда. Я говорю, домой еду, устал уже, в 9 вечера. Ну давай, приезжай. Приходит там, а это мой напарник там. Ну, я вижу, человек не напарник. Да, коллега. Да, когда этот со звездочками в форме, и все на него смотрит, а как это спросить, а как то? Приходит вот с такой пачкой, уже дело. Говорит, у меня дело вот такое туда-сюда, вот за незаконное миссионерство, вот это вы, а у нас там какой-то канал церковный как бы. Вот, я говорю, я к нему никакого отношения не имею, потому что он действительно не на церкви, он на каком-то человеке. Ну, пишут и все. Ну, говорит, там же вы, там же ваши эти. Я говорю, зайдите в интернет, обо мне столько всего написано. Столько всякой информации. Если я за всех буду отвечать... И он как-то так сдулся, и второй даже приуныли. Что типа дело не получилось, потом нашли... Я смотрел это дело, мы все перефотографировали. Нашли человека, кто ведет вот этот вот... как это, страницу эту все, кто выкладывается. Вот. Возбудили дело, но с нами не довели. Три церкви было в Калуге, которые... Две оштрафовали по 5 тысяч, маленькие эти. Мы наняли адвоката, пришли и... Судья специально, мне кажется, тянул дело, сказал, говорит, ну мы сроки про это, вы же понимаете, что все, дела нету. А две церкви оштрафовали. Ну, теперь получается, значит, в России церкви надо, если хотят существовать, заводить либо агента ФСБ к себе, либо адвоката. Ну, но не все ж могут потянуть на это, понимаешь? Далеко не все, и далеко не все знают. Очень большая проблема. Мы столкнулись, я разговаривал с Владимиром Васильевичем, да, Славянский правовой центр, Владимир Васильевич Риховский, заслуженный адвокат, он член президентского совета по правам человека. Кстати, когда началась на Украине вот эти все военные действия, они и там ряд кто входит в этот совет при президенте, выступили с резким осуждением. Это вот, ну, я его всегда уважал, уважаю, 22 года он, ну, как бы мой личный адвокат и защищает. Вот, и очень много проблем. А проблема какого плана? Например, когда наши религиозные, да, лидеры говорят, что вот нас гонят, у нас вот то-то-то-то-то. Административные дела проходят, и многие церкви, вот в чем проблема, они не нанимают адвокатов. Проще заплатить 5 тысяч штрафа, грубо говоря, чем 10 тысяч адвокатов. Но статистику, которую потом дает МВД наверх, она же другая. То есть, если ты заплатил штраф, значит, ты виноват, ты признал свою вину. И статистика говорит, что вот этих нарушений антимиссионерских, антирелигиозных законов очень большая. И она идет туда наверх, в Кремль. И вот, оттуда, соответственно, принимают решение. Конечно, конечно. Так, а зачем нам такое надо в стране? Да, закроем, да, раз нарушаем. То есть, с одной стороны, лидеры религиозные рассказывают, как нам плохо и нас гонят, а с другой стороны, все церкви-то соглашаются с этим. Вот как мнение изнутри? И есть шанс, что действительно закроют? Ну, скорее всего, будут что-то придумывать сейчас. Они хотят сейчас дать определение, насколько я понял, в Госдуме определение. У нас же нет определения вот традиционных, нетрадиционных сект и всего остального. Юридических терминов нет. Сейчас, скорее всего, они дадут, и плюс дадут все определения там иностранного влияния и всего остального. То есть вот московский патриархат – это церковь, а все остальное – это вот нежелательные организации. Могут и так сделать. Хотя протестанты есть, зарегистрированы. У нас же, смотри, сколько союзов. У нас союз вот один, второй, три писяческих союза. Баптистки там один или два. Адвентисты, ну, если вот брать там лютеран,
там у них 6 таких юрисдикций, но 2 самых крупнейших, там немецкая и финская, например, там. Ну, пресвитериане небольшое число. То есть не так много. А католики, они же вообще непосредственно из Рима, из-за границы управляются. Тоже есть, да, и у католиков тоже большие проблемы со священством, с храмами, с возвращением. Мы в прошлом году проводили на базе Института Европы большой круглый стол, он назывался «Право на молитву». Были и католики, и мусульмане разных, причем муфтиятов, и православные, нерегистрированные баптисты были, там пятидесятнические союзы все. Вот. Подняли вопрос по поводу строительства храмов, домов молитвы или возвращения хотя бы то, что принадлежало. Есть города, где католики просят свое, мусульмане просят свое. Вот. Мы проанализировали очень много такого в России и не возвращают все равно. Ну, это вот то, что мы говорим со стороны священства или менеджмента церкви. Угу. А со стороны простых людей, вот о человеку, где правду искать, как быть вот тем людям, которые ходили в церковь, а сейчас начинают побаиваться, и не только уже ковида, а вот каких-то таких вещей. Как это отражается на людях? Какие настроения вот в пастве? Знаешь, это страшно, наверное, когда люди уже боятся, что их и священник сдаст. Понимаешь, я слышал даже у православных, есть такое, люди боятся на исповедь идти. Потому что ты не знаешь. Сегодня многие священники, им голову снесло с этой военной операцией, и они топят так очень сильно. Мне звонит один пастор, как раз на границе с Украиной, не буду говорить город какой, говорит, я в шоке, говорит, я должен молчать, у меня 95% поддерживает всю политику Российской партии. Федерации, да, политику партии. Говорит, я молчу. Говорит, одна семья ушла. Ушли в православном. Там он, а поп такой настроенный очень воинственно. Угу. Так он, говорит, взял все телефоны у них из телефона, начал обзванивать людей. Это областной центр, крупный город. Начал обзванивать людей, говорить, ваш пастор там предатель, это все, переходите в это, в православие. Вот реальная история. То есть повод для такого прозелитизма? Ну, это я не знаю, прозелитизм или что. Он конкретно звонит, обзванивает и убеждает людей, что предатель Родины, там, и фашисты, и все остальное. А как вот как отношение к войне? Ведь война все-таки в Писании не приветствуется, убийство одного человека другим человеком, там, какой бы ни было. Но тут мы видим, освещают ракеты, там, говорят в поддержку, как бы надо сказать в поддержку. То есть, как кто-то недавно сказал на радио «Свобода», это такая вот подтверждение лояльности. И как вот пастора к этому относятся, как относятся очень епископы? Много кто позитивно настроен. Да, мы должны, мы... Искренне или чтобы остаться в живых? Я думаю, что часть искренне, большая часть искренне поддерживает. Это страшно. Почему? Я не знаю почему. Я думаю, что это вот работа пропаганды. Я вот рассказываю, иногда мне один пастор позвонил, очень известный, я назову его Виктор Судаков, он потом написал у себя, с Екатеринбургом, мы дружим. Он говорит, он интересную вещь сказал, говорит, Альберт, я вот до всего этого думал, что наши люди не смотрят телевизор. Но, говорит, вдруг я понял, что они живут в нем. Верующие люди. Они полностью с головой там. Они слушают все вот это первое, второе, там все эти каналы. Они просто поглощены. А как противостоять? Ну, вот не как все противостоять. У меня нет телевизора, я не смотрю. Я смотрю интернет-каналы. Есть много молодежи. Вот сейчас очень много уехали, конечно, которые... Ну и в соцсетях очень много такой, знаешь, очень-очень много. Я был в Армении как пару месяцев назад. Мне сказали, в Ереван только уехало 100 тысяч. 100 тысяч россиян. Киргизию посетил, тоже десятки тысяч россиян. В Грузии там наплыв, говорит, дикий, тоже у меня друзья есть. То есть это политическая эмиграция? Да. Говорят, где-то 1,5 миллиона вот резко сразу, чуть ли не в феврале уехал, в феврале-марте. Это молодежь уезжает. Очень много молодых, талантливых ребят. Я думаю, что не случайно вот эта проблема с Ахнутом, которую мы с тобой обсуждали, говорили, что попытаются закрыть, чтобы и евреи не выезжали, ни семьи, ни молодежь, никто. Я думаю, что это тоже из одной песни. Из так одной и как, закроется Ахнут все-таки? Я не знаю. Возможно. Возможно, будут сейчас играть, торговаться, как всегда. Знаешь, надавили, потом давайте торговаться. Надавили, прижали, давайте будем выяснять, потому что там... Я так понял, насколько это и политический такой момент, что в Сахнуте заинтересованы и наши олигархи, которые ведут переговоры с Украиной, и там пытаются найти, и с их олигархами пытаются договориться. Вот. И, конечно, кое-кого в Кремле это беспокоит очень сильно. Ну вот, приехав к нам в Израиль, ощущается большая свобода или наоборот, или вот какие ощущения? Стоит ли ехать людям из России в Израиль, если есть у них такое право? А знаешь, это очень интересный вопрос и очень интересное ощущение. Такое впечатление, что люди живут
Наверное, так и должно быть. Они живут своей жизнью. Они не живут вот жизнью российского общества. Люди, куда бы ты ни поехал, в другую республику уезжаешь уже, вот как я говорю, там, Киргизия или Армения, или Грузия, там, куда бы ты ни уехал, ты как будто вот, ну, все, ты отошел от этого. Там ты живешь под постоянным каким-то прессом, под постоянным пониманием того, что любое неправильное слово, любое не это может тебе прилететь, и прилететь очень серьезно. Посмотри, сколько пересажали уже политических деятелей, людей смелых. Вот сейчас Яшина под домашней арестом. Депутат. Депутат, да. Там без всего это идет. Понимаешь? А здесь все равно люди живут своей жизнью. Тут, конечно, ну, она не ощущается так. Как быть простому верующему человеку, который вот, слушая пастора своего, епископа, еще кого-то, слышит, что война – это нормально, так все должно быть. И как отличить ложь от правды? Вот? Как только ты слышишь вот эти учения и проповеди царя, бойтесь царя, чтите и все остальное, я их называю царебожниками, они попутали. Есть очень сильное вот это учение. Я думаю, что это не случайно. Вот в это уже последние 5-10 лет оно насаждалось. Вот через эту вертикаль, о которой я говорил уже с тобой. Да? У нас президент. Это не царь. Понимаешь? Они обожествляют царя. То есть я уже даже, ну, когда еще там с братьями на больших собраниях, я им говорю, что вы делаете? Вы же против Конституции Российской Федерации выступаете. Где написано, что вся власть принадлежит народу. То есть вы, молиться о народе в контексте Писания и в контексте условий Российской Федерации, это молиться за народ Российской Федерации. Но, к сожалению, очень многие приняли вот это вот, я считаю, что это ложная какая-то доктрина. Слушай, мы живем в другом обществе. То есть, значит, от неправильного понимания Библии рождается... Это намеренно. Это намеренное учение. А кто вредит? Кто вредитель-то? Сверху. Наши. Ну, это человеческое или это человеческое. Духовное? Я их называю, знаешь, я их называю МММ. Маленький московский между собойчик. Вот эти ребята, все главы конфессии, они любят там, их приглашают на какие-то вот эти вот всякие круглые столы, какие-то тусовки, знаешь, какие-то фуршетики. Опьяняют кабинетами высокими. 100%. Но стоит ли за этим какая-то духовная природа? Я думаю, что природа, злая природа стоит за этим. Я буду говорить, что это что-то бесовское. Это не Божие явно, когда религиозные лидеры, они прогибаются под ту политику, которая есть, а народу вешают лапшу на уши, что мы вне политики, политика – грязное дело. Я много интервью брал у политиков, у депутатов Госдумы, у кого-то из политических там лидеров общественного мнения на канале они есть. Слушай, как разговаривать с человеком, как вот эти наши чиновники, да, от религии, которые идут, народу простому вешают лапшу на уши, что политика – грязное дело, а потом с политиками общаются. Я всем задавал вопрос, я говорю, вот в церквях вот подобных нам внушают, что политика – значит, вы грязные люди. Как с вами общаться-то? Как в советские времена шутили, чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган. Ой, не знаю, я такого не слышал. Есть некоторые верующие, которые просто говорят, что мы граждане Царства Небесного. И нам вот эти ваши гражданства России, Израиля, Украины по барабану, мы не должны на это смотреть. Ну, хотя паспорта у всех-то есть, получили. Ну, да. Как вот с этими людьми, правы они, неправы, как им объяснять? Знаешь, это все высокодуховно слышится, когда люди, особенно в комментариях тебе пишут, да. Там вот все. И они такие прям эксперты во всем, но они живут в реальном государстве. В реальном государстве. Что такое политика? Вот само слово, да, политика. Полис. Это управление городом, да. То есть политика задумывалась, да, в философских разных школах, не будем сейчас касаться ничего, как, ну, как бы общество растет, города растут, да, и мы отдаем свои права, выбирая каких-то делегатов, депутатов. Она так и закладывалась, что кто-то, есть наши представители, сегодня задаю вопрос, есть представители, ну, наших христианских церквей перед, где-то в городах, в парламентах еще где-то нету. Христиан выдавили, вытолкнули вот через эти бесовские учения, политика грязное дело, не лезь, царя чтите, там, все, вы из Царства Божьего. Царство – это тоже государство. Там своя политика. Давайте будем честными. Там есть царь, который царь всех царей. Она тоже есть. Есть свои законы. Тогда не соблюдайте эти законы. Но нет же. Эти же люди, которые вот такие высокодуховные, в кавычки возьмем, высокоморальные, которые тебя в Библии постоянно тыкают, возьмут какое-то место из Писания, и вот это.
У меня было очень хорошее интервью, несколько даже мы записывались, подружились с депутатом Бундестага, он тоже бывший советский наш, уехал с Казахстана давно уже, Вальдемар Херт. Он вошел, кстати, в такую партию, которую многие не любят, но где-то надо работать. Где-то надо, его призвали, там, у него свое свидетельство есть, он рассказал. И он, конечно, говорил, как? Какое грязное дело? Получается, он даже по Германии говорит, получается, приходят люди от дьявола, принимают законы. Он рассказал, как принимали закон об абортах на 39-40 неделе. То есть, когда плод уже сформировался, как... Ей рожать уже, 39-40 неделя. И там, говорит, уже было к лету близко, он рассказал, как хотели принять. И уже депутаты, знаешь, вот такие законы, их протягивают как раз, когда уже всем расходиться, когда все надоело. И кто-то вдруг раз, чтобы типа, да, пойдем, и все, и у нас отпуск, и все такое. И он говорит, начали, вот, и мы начали задавать вопросы, и этот, там, от какой-то партии человек, от немецкой, он начал рассказывать, как это все, и как будто отрезвление пришло. Люди начали, как вот ребенка, и он не прошел. И он говорит, что важно? Важно, чтобы христиане были в политике. Важно, чтобы принимали законы. Иначе как работает дьявол и его люди? Они принимают законы. Потом этими же законами, по разным проблемам, да, которые христианство не должно принимать, там, и гомосексуализм, другие проблемы, не хочу сейчас их обсуждать. Он говорит, они принимают эти законы. Потом нас же по носу и бьют. Говорит, а как же, вы же законопослушные граждане. Вы обязаны их соблюдать. И мы, да, конечно, мы должны все законы соблюдать. А как не соблюдать законы? И вот, понимаешь, вот в этой ловушке сатаны люди и находятся. Ну, а как им быть? Быть гражданами, занимать какую-то общественную, гражданскую позицию. Но не молчать, нельзя. Хорошо. Мы говорим быть гражданами, защищать позицию. Вот сейчас будут выборы, насколько я знаю, в России какие-то более мелкого масштаба. Но ведь все понимают, что от их выбора ничего не будет зависеть, что оппозиционных кандидатов просто не допустят до выборов, как того же Яшина, который сел, там еще других. Там некоторые, я слышал, Яшину открыто сказали в Следственном комитете, что ты ж дурак, тебе дали 4 месяца, чтобы ты уехал из страны, а ты не уехал. И получается, куда им идти? Ну, кого, за Единую Россию голосовать или как? Как проявлять эту активную позицию, если выборы не вариант? Пытаться, пробовать. Но мы же верующие, стучат, где-то дотворят. Я знаю, что были мэры городов нескольких у нас, за 30 лет, с 90-го года, были и христиане, и из баптистов, и из других каких-то конфессий. Но, конечно, их задавили. Но это не значит, что мы должны опустить руки. Все равно мы должны бороться за свои права. Мы должны, как? Ну а что, может христианин выйти на Болотную, например, или куда-то на какую-то площадь в мирной демонстрации? Ну, сейчас, может, мы все можем, знаешь. Но не все полезно, как написано. Вот. Мы к этому подошли. Но все равно мы должны думать, мы должны делать что-то. Должны своих депутатов туда выставлять на выборы. Пройдут, не пройдут, это другой вопрос. Писать по разным... Ну, просто у нас народ верующий, он совсем аполитичный. Есть, кроме политики, разные вопросы же нашей жизни, нашего бытия. Зеленая повестка очень важная. Понимаешь, мы задыхаемся в мусоре, там еще где-то. Свалок не хватает тоже. Людей сколько бы пересажали за этот вопрос. Есть много разных вопросов, которые власти все равно приводят к политике. Все равно говорят, это политика, не лезь туда. Чего бы ни касалось, понимаешь? Вот сейчас карточки ведут, начнешь выступать и тоже скажут, это политика. Не осуждай, сиди, молчи там и помалкивай лучше. Карточки имеется в виду какие? Да, продовольственные. А. Да уже разговоры ведут, может кому-то там пенсионерам сделать, кому-то. То есть в России реально может прийти к тому, что будет продовольствие по карточкам? Да все возможно. Посмотри, какие санкции. Сначала все шло на ура, там типа вот домой у нас импортозамещение, у нас то другое, третье, четвертое. Ой, слушай, уже притчи во языцах ходит вот эта фирма, которую Макдональдс купила. Да, вкусная точка. Ой, не знаю, вкусно там или нет, пусть точка. Но точка, да. Да. Уже ж написали, что картошку фри отменяют из-за неурожая картофеля в России. Картофель. Политика. Это единственное, что ест вся Россия. Выращивают везде картошку, там, макароны еще. Большинство. И как картошка пропала? Какой неурожай? Ребята, вы о чем рассказываете? Вот так все за что не возьмутся и... Вполне вероятно, Михаил, у нас страна такая. Так а где та черта, после которой народ скажет, хватит? Или нет такой черты? Мне кажется, нет пока такой черты. Еще долго народ будет
все говорят, там, вы пробили, россияне дно пробили, в этом вопросе.